Так и не поприветствовался, в общем-то, всем привет. И я вернулся в зону апокалипсис, да, да. Решил все-таки вернуться сюда. И отрубиться валить. Ударил, это закрыли. Ударил, закрыли. Кстати, это, ребят, кто не понял, перезапуск рубрики. Новая эра зомби-апокалипсиса нашего. В общем, ну, очень трудно, конечно, выживать. Я в какой-то пришел в новый город. Что это? Это дух? Что тут есть. Так, я зашел в тупик, там куда сундук. Может, там что-то полезное будет. Рыба, милая плоть и стрела. Ну, не особо полезно, ну ладно. Какая-то плита валяется. Так, оба. Надеюсь, лианы выдержат меня. Так, оба, оба перелез. Надо же, выдержали, значит. Так, ой, опасно будет сейчас. Так, у меня тут патронов, я не хочу тратить. Ладно. Блин, патронов потратить. Это того стоит. Может быть там они что-то. Блин, всех этих крутых. Прокачиваю. Лошадь. Ой, патроны кончились. Заметили. Блин. Они же сюда идут, да? Мне кажется, что да. Так, тогда залезу вот сюда. План Б, как говорится. Так. Ну-ка. Пока что не замечаю. Так, что там было?
Интересно, я, конечно, потратил все патроны для пистолета, но там, по-моему, выпали патроны как раз таки для пистолета. Там вот есть эти патроны, что мне нужно. Ну, как бы до них добраться, так и спали, чтобы мне не съели эти зомби, я не знаю. Потому что в этот город я только пришел, у меня нет никакой ни вакцины, ни даже рецепта. Потому что на прошлую базу как бы напали, и как бы, насколько я помню, никто там не выжил, кроме меня. И вот пришлось мне, точнее, бежать в другой город. И вот такими судьбами я здесь. Да. Фух. Главное не погибнуть в этом городе случайно, а то будет как-то очень криво. Что это за деньги? У него там. Иди. Уйди, Лен. Может, это коробки что-нибудь есть. О. Так, дверь пока закрою. Что-то коробки что-нибудь. Она закрыта. Can do that. Совсем закрыта. Как ее открыть? Я сломал. Но не открыл. Пистолет заряжается. И что делать? Опять ночь. На кровати нет. А? Но возвращаться за ними будет очень опасно без автомата. В прошлом городе было меньше зомби, было заметно. В этом походу. Там они еще. Короче. Нет, я передумал. Иди, пожалуйста. Я хотел залезть, но не получилось. Придется пока что остаться в этом доме, может. Коробку. Спасибо огромное за просмотр этого ролика. В общем-то,